Традиционно байк-фестиваль в Бресте открывается большим мотошествием по улицам города. В этом году колонна растянулась не на 100 метров. Любителей скорости, ценителей воли и отдыха на железных конях в последнее время становится только больше. Есть здесь и новички, и настоящие опытные волки. Участники со всего, можно сказать, мира. С Англии в этом году, если с той стороны смотреть, шведы, немцы, соответственно, поляки, очень много прибалтов. Вот, не готов я вам еще ответить, откуда из России, но знаю, что из Казахстана был человек, приехал, и кругосветная через Австралию. Продолжилось действие на площадке перед Ледовым дворцом. Здесь прошел своеобразный парад техники. В несколько колонн расположились мотоциклы разных лет, разные сборки и производства. Приезжают байкеры в город над Бугом, чтобы просто встретиться, поделиться впечатлениями от путешествий и, конечно же, чтобы вдохнуть жизнь в свое мировое движение. Впечатления обалденные, очень понравилось. Все здорово, и приедем еще. Дух свободы. Байкер это свободный человек. Ветер, дорога, и каждый выражает себя как может. Нет ущемления личности какой-то, так правильно, так неправильно. Все выражают себя как хотят. В свободе все заключается. Продолжились мероприятия в лагере «Орленок», где был организован большой концерт.